О, мат. Сейчас, подождите. Некогда ждать. Сейчас я все это приготовлю. Так, кто такой? А? Так. Кто такой? А чё вы не едете в Потеряевку, не помогаете? Я не пойму, вы что, ругаетесь или что? Не ругаюсь. Я говорю, чего вы не едете в Потеряевку помогать снег откидывать? У нас своего снегу хватает. Да не, надо помочь Алексею Устинову снег откидать. Ну вы назовитесь, кто вы, чтобы я вас припомнил. Ну это дети Гнати. Меня Алексей зовут, я с Украины. Вы на меня выходили когда, нет? Когда-то мы с вами общались, да, чуть-чуть. У нас все записывается, выставляется в интернет. Там, вы не против? Там не имеет значения. Что хотели? Чем могу быть полезен для вас? Как жизнь молодая. Ну, хоть и не так и молодая, но на живем, благодарим Бога. Не ропщим. Дай Бог. Как погода в Барнауле? Сегодня хорошая, а то все снег шел. И сейчас опять обещают. У нас в Украине еще толком зимы не было. Наверное, не будет. У нас очень много снега нынче. Я видел ваши ролики, я вижу, да. А у нас что-то в этом году вообще зимы нету. Вообще. А вы что, лежите, болеете? Да нет, просто я ж на пенсии, что мне. Могу встать. Я ж не обнажаюсь, я ж, вот видите, одеялом накрылся. Так у вас сейчас день идет, время-то день. Полдвенадцатого, да. А что так долго лежите? А куда я на пенсии, куда мне спешить? Да как это что, ты еще поприще не окончил, уже лег. Как медведь в берлоге. Ну я живу в городе, нет у меня собак, кошек, что мне делать? У меня нету других животных. У меня есть разная птица. Кроме того, сейчас вот ездили в одно место, в другое, где-то для людей нужен. А что лежать? Я знаю, что у вас при вас есть кошек много. Да. Кошки у вас есть там в погребку живут. А что вы их в погребе держите в темноте? А там темноты нету, там свет проведенный. А на улице они никому не нужны, это бесхозные, они бы все замерзли. Ну я знаю, не, в этом отношении вы, конечно, молодец, вы гуманно, вы молодец, да. А зачем вам сколько кошек? Нам не надо столько кошек. Таких надо это, хотя бы стерилизировать, что вы их размножаете. Дед Игнатий, вы слышите, что я говорю? Я слышу хорошо. Их же надо хотя бы стерилизировать, кастрировать. А что ж они вас плодятся и куда их потом? Вам забота на Украине о наших кошках. Да ладно, да мне просто увидел и говорю, как бы вас подсказать. Может вы просто не доходит вам, наверное, что надо это... Надо посоветовать. А? Надо советчика нам избрать. Не, ну зачем я? Ну, да если вы еще к этому не пришли до сих пор, и они у вас размножаются, значит, у вас в голову это эти мысли приходит, получается. Советчика или не советчика, я не знаю, да кого там вам избирать. Не наши кошки-то, я еще раз говорю. Уличные. Ладно, дети. А, да я понял. Алексей Устинов, я смотрю, канал открыл на Ютубе отдельно. Ваш племянник.
Ну и что, я должен что-то отвечать на это или что? Не-не, просто как вы на это смотрите? Да зачем мне смотреть? Мне надо за собой смотреть. За собой, чтобы ни одна минута даром не пропала. Для Бога трудиться надо. Огромное... Вы нормально все. Вы нормально, вы отдаете себя всего служению Иисусу Христу. Конечно. Я понял, я просто спрашиваю чисто жизненные еще вопросы, не только по Иисусу Христу и по Библии, понимаете? А это даже думать не надо, все, все на месте. Я сижу в тепле, сытый, обутый, одетый, всегда у меня работа есть, только сейчас гость был, ушел, два гостя проводил. Я не знаю, сколько мне лет, но не больше 30. А гости, что они приходили, с какой целью? А с какой целью? Совет дать. Другой приходит врач, что-то там тоже нужно делать. А это вообще гости с улицы? Вот идут по улице, раз, зашли к деду, да? Или это как, или какие-то гости? Хорошие знакомые, члены общины. Один из них священник. А, я думал, посторонние с улицы просто узнали о вас. Так, у вас какие вопросы, есть или нет? А то у меня времени нету, что я зря. Чего буду около лежать? Это зря, да? Так, вы звонили-то с какой целью? Ну, так пообщаюсь с вами, с какой целью? Ну, мне-то, ну какое общение-то, ничего нету. Если у вас были... А о чем надо разговаривать с вами? О Библии только или что? Об Иисусе Христе, я не понял. Какие заметы... В мою сторону недовольство, я не помню. Недовольство, что вы меня оторвали от работы, а сами ничего мне, во мне не нужно. А какой работы, дети знаете? Вы на месте крутитесь по комнате с углового. Какой работы? Я только сейчас... Работяга. Я только что появился дома, то опять неправду сказали. Не, я знаю, что вы работяга, но это если в Потеряевке летом, а сейчас какая работа? С углового. Вопросов нет, я отхожу. Больше не звоните. Ну, отходи. Зря нет, не... отходи, только не мути воду.